10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Давай-ка, Кастер, тащи. Да-да, здесь я. Красава. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А ну, поговори еще что-нибудь. Что-нибудь. Так, ну у нас теперь примерно одинаково должно быть слышно. Надеюсь. Будем надеяться. Да, и... Так, только через 6 минут мы сможем это выяснить. Это, кстати, неприятно, то, что 6 минут дилей. Но в любом случае, Адмирал Кунка, как тебе First Pick? Хорошо, очень хорошо. Rattlesnake решили, что... Раковым пиком не выиграть, решили взять чуть менее раковый. Больше у нас не будет, я надеюсь, думов с лотарами, с дегерами. Я тоже надеюсь, что мы этого не увидим. Не будет стандартная терпильная китайская фамильная дота, которую мы все ждем, все квалификации. Ну, я ее почти, кстати, уже дождался вот в один прекрасный момент. Я-то думал, игры по 60 минут будут. Что-то ставочка не заезжает. Да, моя ставочка тоже не заезжает по поводу игр по 60 минут, к сожалению, но ладно уже, черт с ними. Хорошо, хоть... осталось в лучшем случае две игры, в худшем вот 4. Я же говорю, у меня просто вообще вот восточные квалификации, я если 10 наберу, это будет просто achievement unlocked. Я ничего там не угадал абсолютно. Забираю свои слова обратно по поводу нормального пика. Нормально, смотри, Клокер, Skyrass Mage. Поехали. Ну, сейчас доедет к Шидо Демону хороший саппорт, и красивый кэрри в центр, красивый кэрри в легкую, и все. Ну, пока что у LGD все более понятно, вот, чем у Rattlesnake. Rattlesnake, конечно, я думаю, у них есть какая-то вот супер задумка, супер наработка, но это вот увидим по ходу матча. Спектра? Да, они вчера дважды ее пикали, и, в общем говоря, подкунка, она разваливает. Ее не могут убить, долбанные 8 секунд корабля, и она раздает. Ну, кстати, неплохая идея, да, действительно. Под кораблем спектра. Она и так, типа, трудноубиваемая, а так в нее еще и... Вот, вчера там, ну, все было, абсолютно все, и что-то спектра там вывозило, ай-яй-яй. Так. Ну, я вообще боялся, что ты еще не успел в лобби, потому что стартанули достаточно быстро, я тебе только написал. Да нет, я написал, я тут же вошел. Отличненько. Почему в доту нельзя играть с геймпада, например? Вот я бы сейчас лежал на диване и играл бы с геймпада в доту. Ну и... Знаешь, что бы с тобой твои тебя это делали? Я представляю. Нет, не со мной, а с моими родственниками, я думаю, они бы делали кое-что. Я думаю, сначала с твоими родственниками, там обязательно что-то про сестру должно быть. Да-да-да, там. Да-да-да. Про кирпич? Именно. Опа, у меня стрим запустился. Да, у меня на соседнем... В ноутбуке тоже стрим запустился, сейчас посмотрим, как оно там. 6 минут прошло, вот песня пошла. Да. Что у нас есть Visage и, смотри, Spectru, они сами же банят. Да, интересное решение. Значит, у них есть какая-то более хорошая задумка, чем Spectra Кунка. Еще более хорошая, чем Spectra Кунка. Хотя, казалось бы, куда там. Висп Кунка, как тебе? Не очень. Согласен. Дальше, что у нас там еще Хускар. Есть? Хускар Сололес. Ты помнишь, как мама Таркет? Да, нет, я к тому, что под кораблем, опять же. Ну да, да, под кораблем вот его опять будет сложно. Ты пытаешься убить, а он вкатывает тебе и вкатывает. Причем ты-то вот думаешь, вот еще, это писечка осталась. Ты понимаешь, там тут... вчера была коза, которая была под сумки, чем 600 хп, и Линс рассказ-то не могла убить совсем. Да ладно. Да, она бегала, я потом за ней еще потом герой гонялся 8 секунд, и ее так и не убили. О, боже, жесть. Реально жесть. Долбанный вот, корабль. Баф корабля, вот эти 8 секунд, они решают в драках прямо на лоу-левелах особенно. Просто капитально. Ну это да, это конечно огонь. Пишут треки нигерские. Конечно. Музычка, что надо. Не надо наезжать. В четверг день нигеров. Это как субботник, только день нигеров. Да, опять день здоровенных белых людей. Ко мне опять ползет наш третий комментатор. Станислав Романович? Именно, Станислав Романович, вот он... Там Юлия Сашевна еще не это? Нет, Юлия Сашевна не желает... Не подучилась? Она, видимо, не способна справиться со Станиславом Романовичем. Судя по тому, как он уже раз пятый сюда приползает с кухни. Ты слышал эти угрозы? Да.
Я бы на его месте мигрировал в Россию. Нет, у меня жена на самом деле старается всячески, да-да-да, отстранить сына от киберспорта, но сын слишком настойчив. Именно, именно, Стасик. Так, ну смотри, забанили у нас щиты ХД, для, чтобы с Шандуземным не было хорошей связочки, но как-то вот... Ага! Нет, Шейкер это тоже фиксим, вот достались просто под Шандуземным всякие лины, всякие широки, как они любят пикать. Ну, и получается, что у нас сейчас зайдет какой-то Никс, а нет, тут Никс в бане. Кто же им, им кто-то нужен в триплу с Шандуземным и Визажом? В хард, какой-то жесткий трипл. Жесткий-жесткий трипл? Да, то есть герой со станом какой-то, скорее всего. Так, счастье. Я бы кого взял? Ну, собственно, это вот. А ну, стой, погоди секунду. А ну, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Там 6 минут прошло? Да-да-да-да-да, я вот смотрю, тут что-то. Вот так вот, тресь. А ну. Что-нибудь. Угу. Так. Это все вырублено. Ну ты настроил, там уже очень важный момент наступил в игре. Там появился Шейкер. Да, все. Стасянчик. Там появился Shadow Fiend. Ой, да ладно! Да, от команды Rattlesnake, Shadow Fiend. А ты там с ребенком нянчишься, забей на него. Так, сейчас. Что может быть важнее, чем Дота? Я не знаю, что может быть важнее. Наверное, вот именно тот самый Станислав Романович. Ты не человек. Именно. Так, а ну еще говори. Говорю. Раз, два, три, четыре, пять. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Инвайт, с вами Старладер. С вами продолжение квалификации на восточную квалификацию на International. Как-то так. Лучше меня слышно, не лучше? Сейчас вот... Себя еще там под подключил. Давай. Там Силару пикнули ласпиком гирокоптера. Так, а ну сейчас стой. А ну говори что-нибудь. Что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь вот рифма, я дружу. А ну еще. Сосал он словно пугна, сосал он словно ВИЧ. А нефиг было в доте, а раньше что Митя бич. Так, а ну еще. Мне понравилось просто, давай. Все, корабль, все артстайла. Так, ну, вроде как должно быть все более-менее. Да, тут вот я уже сделал так, чтобы тебя не было слышно по два раза. Да. Все, готово. Итак. Говорят, что у тебя эхо в Dota TV. Это, короче, не у меня. Я, конечно, попробую пофиксить. А ну, я сейчас еще посмотрю. Заглушить сокомментатора. Заглушил. Вот, просто такая фигня, так. Что у меня отдельные наушники и отдельный микрофон, и они вообще никак не связаны. Ага, так, а у меня тут еще... А, вот, все, вот тебе теперь меня должно быть слышно вообще нон-стопом. Причем, когда я даже молчу, у меня облачко до сих пор мигает. Та же фигня, но это нормально. Так, давай ближе к делу, рассказывай, кто, где, почему. Блин, а почему же ты у меня эшишь? Это Dota TV, нет? Или где-то может Да быть, нет, там? нет, ты у меня эшишь в микрофоне Скайпе? Чего-то вдруг. Ну, запали, что где там происходит. Это плохо. Так, а ну еще говори. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два раз. Дора, мифа, соля, си, серия, соль, фа, ми, ре, до. Алло, Каспер. Алло, это ты? Да. Оно... Да. Раз, два, три, три, два, блин, раз. Блин, не, ну это плохо на самом деле, что слышно. Так, давай думать. Потому что этого не было буквально сегодня. Да это с моей, скорее всего. Так фикси. Фиксю, плиз. Шесть минут задержки, они, конечно, напрягают. Мне сейчас 6 минут будут писать, что у меня звук тупой. Да, я знаю. Даже если я сейчас пофикшу, они все равно будут писать. Так. Блин, я не знаю, ладно, может быть, тогда я соло еще посижу, а на следующую игру уже обязательно пофиксим, давай. Потому что сейчас мы, типа, будем долго очень разбираться. Давай, я отрубаюсь. Хорошо, давай, все, тогда до связи. В общем, друзья, вот, вырубили мы только что инмейта.
У меня вообще почему-то звук из доты заходит в микрофон. Ладно, в общем, разберемся. Я не знаю, опять же говорю, вчера этой фигни не было. Буквально вот на днях стримили, все было окей. В общем, погнали, смотрим. Команда Rattlesnake. Xiaolate у нас играет, вот мы видим, на Dragonite в миде. Icy у нас на Кункевиче. И так, кто у нас там на топе? На топе у нас стоит Кабу против ДД, ДДЦ и Силара. И также у нас стоит Луо на изи-лайне, причем стоит он против Дарксира. Вначале ему, конечно, я думаю, будет не очень приятно, за счет того, что Яншел и крипки его очень плотно так напрягают. Но вот добьет пару мапков, и тогда будет ему счастье. Надо было раз ударить, наверное, да, не добьет из-за этого. В общем, добил бы он еще пару мобов, вообще было бы для него все просто-просто шикарно. И сможет кайлами быстренько сбривать лайны для того, чтобы там сильно айншелами его не напрягали. И мы видим, что вот пока-пока только 6 душ он насобирал. В миде, конечно, интересное будет противостояние. Видимо, тут и ДК, и Кунка, они такие напряжные типы. Причем ДК уже начинает обузить ботл. Да-да-да, именно так. Так, сейчас быстренько. Чек-чек-чек. Все. И что тут? А, тут что-то демон разбивает вард. Понятно, понятно, в чем дело. Ну, уже не смогу. Ну, потому что мне нужно как-то управлять. Так, что-то у нас. Skyros Mage. Суппорт. Суппорт, суппорт. А что он тут сможет сделать, этот Skyros Mage? Не, в принципе, вообще герой сам по себе хороший, опять же, из-за большого сайленса. Кунка, кстати, наверное, еще ни одним торрентом, в принципе, не попал. Что, конечно, я думаю, не может не радовать Dragon Knight, а то, что он такой жесткий и уворачивается очень-очень плотно. О, прилетела лама. Лама, она просто шикарная. Вот смотрите просто на вот это чудо с пропеллером из коробочки. Действительно офигенная. Так. Полетела, полетела лама. Красава лама. Так, мы перемещаемся обратно в центр. Наверное, на центре у нас будет самое интересное развиваться, потому что Дарксир уже ушел в лес. Он понял, что против СФ ему тут стоять не особо вариант. Хотя СФ сейчас будет набирать обороты очень-очень быстро. Причем, кто круче, гирокоптер или СФ? В принципе, гирокоптер, конечно, наверное, смотрится и повнушительнее, потому что бьет по всем целям сразу, причем с одинаково большим дэмэджем, в то время как СФ может очень неплохо фокуснуть какую-то одну цель. Но, опять же, у СФ достаточно классный ульт. Хотя и у гирокоптера он, наверное, не уступает. Только с той разницей, что гирокоптер во время запуска ульта еще и пострелять может, а дэмэджа вносит не намного меньше даже, скорее всего. В общем. Хотя нет, намного меньше, если, в принципе, все в одну точку стянуть, и СФ туда ультанет. Мы видели, да, там кучу мувиков всех этих, как там, СФ разбираются по минус 5 с ульты. Гирокоптер тем временем купил уже себе фейсбутс. Стоит. Никого не трогает. Так, и Earthshaker. Все, стоят. Сейчас еще будет, наверное... они решили сделать отвод. Решили не делать еще один спаун. Просто отвод крипов. Хорошо. Тут, кстати, замедление на Кабу. Кабу буду сейчас окружать. Яо! И что ты за ним бежишь, что ты ему сможешь сделать? А, тут уже ДК, ДК в форме, сейчас будет стан. Нет, Кабу успевает забежать на хайграунд, еще на один хайграунд, давай, Кабу. Ступеньки закончились, ну ладно, все равно Кокер, скорее всего, здесь отъедет. Хотя, торрент опять мимо. Сколько это будет продолжаться? Айси, ни одним торрентом в этой игре еще не попал Айси. Просто ни одним. Так, и... Xiaowait. Абузит ботл. Эти абузеры. Такие абузеры. В общем, залетают у нас пока плюшенцы по тир-1 тауру на ботами.
Ну и тут, правда, уже... Я даже не знаю, в принципе, у LGD все более-менее понятно. Вот по реализации команда же Rattlesnake требует более тщательной подготовки во время сражений, более точно закинутых скиллов. Там-то что, там, кулдаун дал, вакуум дал, и ДК там стан какую-то задувку. Все, в принципе. Причем там АОЕ достаточно большой у всех скиллов. Тут же там торрентом надо попасть, кораблем надо попасть. Надо, чтобы СФ хорошо ультанул, чтобы Клокер с Шейкером хорошо влетели. Но если все это сработает, то проблемы будут очень-очень серьезные. Так. Да я знаю, да, что фонит на моей стороне. Я вот уже выключаю тут все эти наушники, разъемы и так далее. Так, а ну ща. Проверяйки. Так, ну, вроде теперь все работает. Теперь я даже фонить, по идее, не должен. Я, кажется, догадываюсь, в чем проблема была, связана с чем она. Да, так. Ой, хорошо, напрягает сейчас ДК, посмотрите, отлично пробивает, тут торрент, сейчас подлетит ДК, наверное, опять же не попадает, сейчас будет задувочка, это минус Кунка, отлично играет Ксиоэйт миди. Кунка, опять же говорю, просто сегодня вот, ну, не хорошо у него работает сегодня торрент, или он просто, не знаю, не его день, или еще что-нибудь в этом духе. В общем, тут еще Клокерк залетел. Клокерк, правда, пока не особо догоняет. Сейчас будет замедление по ДК, да, и наконец-то пошли батарейки, теперь уже закрывают Ксиоэйт. Есть, правда, тут Шедоу Демон, тут же и Дарксир уже рядышком. И Хаста лежит, летит за Хастой. ДК сейчас забирает Хастецкий, отлично. И можно на развороте еще даже напихать какому-нибудь Кунке. Вот он отпивается, сейчас будет 3, 2, 1 секунда до стана. Стан, хорошо. И задувочка какая-нибудь, даже просто с плевка забирают Кункевича. Визаж это дело у нас спокойненько оформляет. Ну и вот мы видим, как заканчивается драка. Не в пользу команды Rattlesnake в очередной раз. Вот опять же, что-то у них не пошло в этом матче конкретно. В прошлом там, в принципе, LGD были достаточно сильны, и у них все очень... Да. Тут... LGD были достаточно сильны, и у них все очень хорошо получалось. Но вот в этом матче мы видим, что у Rattlesnake просто они не очень хорошо то не попадают, то еще что-нибудь. В общем, фигня всякая происходит с ними. Да, вот там видим, сейчас тоже у нас там кого-то дропало. А ну сейчас. Сейчас, может, даже попробуем набрать инмейта. Да. А ну-ка, давай. Сейчас. Мне просто интересно потестить. Конечно, нашел я время тестить, ну ладно, черт с ним. А ну, поговори, давай что. Давай время тестить. О! Раз, два, три. Да ладно! Что, перевыключаться? Я знаю, в чем было дело, и это, в принципе, было очевидно, но я надеялся, что авось. И в чем же была проблема? Проблема была в разъеме. Зашибись. Ты потом зайдешь на мой аккаунт ВКонтакте, сам отвечаешь на все эти сообщения, которые за тебя мне присылали, окей? Так, ну, не, я подумаю над этим, на самом деле. Инмейт, тебя плохо слышно где-то там. Тебя везде вообще плохо слышно. Учитывая, что я отвалился еще минут 7 назад по стримовскому времени. Ты смотри, что Shadow Demon сделал, только что взял и задунаил вышечку. Так, корабль тут все мимо, все действительно мимо, но вроде бы SF хорошо там пока разбирается, кайлирует и отъезжает. Вот как-то так. Да, дело было в разъеме, опять же, вот я все теперь пофиксил, теперь все должно быть просто шедеврально и отлично. Продолжение мини-стишков. Если да, руки как кусты растут из жопы, никогда не стать тебе чемпионом доты. Ну, блин, это уже заезженный стишок. Но тем не менее, это вот все ровненько под ситуацию. Так, ты тут не наезжай. Такого натерпеться пришлось. Давай, рассказывай, что, как и почему, у Герокоптера 70 крипов? Если против него пошли трипл хард. Да кто там против него трипл хард? Ну, я смотрю, там Кунка, там Клокверк. Кунка был в центре, Клокверк стоял на топе, терпел в соло. Скайрос Мейдж помогал СФу все это время.
Так. Помогал стоять против крипов. И теперь Skyrise Mage волевым движением руки прогнал Кунку отбивать топ и теперь фармить центр. Именно, именно. Вот так вот все и выглядит. А ну еще говори. Говорю. Ой, как классно, эхо нету. Хорош. Роман. Поехали, Кунка и Калкверк в смоке куда-то гангает, там в центре, видимо, хотят вышку забрить. Ну вот я не знаю, видел ты или нет, Кунка еще ни одним торрентом не попал. Хотя кидает он их чуть ли не по кулдауну. Ну сейчас, смотри, выбили из смока клока. Да, на него помигали сразу же, мол, что тут он стоит. Тут также помигали, что где-то на хэграунде стоит враг. И подсветили обоих сразу, Клокер так, залетает. Так, Клок просто поехал, давай рассказывать ему. Ну вот, да ладно, это торрент в коги, все туда, в Яо, корабль в Яо, это минус. Да, ну, уйдет ли Кабу там еще, подошел сюда к Сяоуэй, также залетает от Силара, колдаун отличный, СФ ультует. Ну, СФ ультует, а толку от того, что он ультанул. Правда, Кайлами сейчас нормально дамаги вроде как влил, но все равно Лува здесь отъезжает. Да, очень мало, жалко, что мало маны у Визажа, и он не смог выдать еще пару костов. Вот он вызывает птичек. Ну вот смотри, полетел дальше ДК, откидывается Слоу. И запиление в него, да, и все, дальше нету смысла. Именно. Так, я уже жду, не дождусь, когда люди скажут, да ладно, нету эха. А прикинь, они скажут, что эхо есть специально, чтобы тебя потроллить. Вот сейчас у дружинка всем чатом напишите Касперу, что есть эхо, и пусть он офигевает. Не, я теперь вижу, что нет эхо. Просто до этого я, правда, видел, что было эхо, вот в чем дело. А сейчас его нет, так что все отлично. Так, ну смотри, в центре другие тут же моментально отбивают вышечку. За неудавшийся ганг противника их наказали. И отходят куда-нибудь фармить. ДК сразу ушел в БКБ после ПТшки. У него уже есть Ogre Club, деньги есть на Мифрил Хаммер. Вот он его покупает вертолет, тоже прямо сразу пошел. Смотри, просто масс БКБ от команды LGD. Так в том-то и дело. Я как раз в начале игры рассказывал о том, что у команды LGD все понятно. У них Герокоптер стреляет, ДК стреляет, Дарксир там стягивает под колдаун и все дела. А вот у команды Rattlesnake надо всем попасть. Причем хорошо попасть, а если у противника еще есть и БКБ, то... Только от твоих попаданий. Да, попаданий тогда, я думаю, будет минимум. Причем им тоже надо всем БКБ, потому что те же самые птицы могут залететь в замес, застанить там всех. И очень они неприятные. Да, вообще неприятные такие. Так. Да, если кто же калирует там по лесам, пытается он выформить себе души, пытается выформить себе БКБ, но вот он отстает по фарму, конечно, общая стоимость у него... На... Кстати, не сильно отстает он. Сильно отстает, кстати, да. Но видишь, у него есть ботл, у него есть Ренков Базилиум, то есть такой Джакал стайл, то есть много всяких слотов он собрал, которые вот ему в целом дальше не особо пригодятся. То есть, да, именно, да, да. Можно было с ними пойти, там лайн чуть-чуть подпушить, лес постоять. Ну вот, наверное, вот, не подпушили, вот действительно дальше... А драку, нет. Да, ничего нет. Клокверк на топе вошел в ДД. Ну, хорошо, кстати, пробивает стайлос, здесь это ДД. Будет минус, да. Вот он, но минус. За одного саппорта о-о-о. Они собирают... Лакверка и как бы выманили все ульты. Также ну, там смотри, сейчас ДК на Сурдже залетает, сейчас будет станет. Стан, 2 секунды, одна. Да. Давай. Ай, за отличный сайленс, еще Тарен ставится, но он на хосте, кстати, может догонять. Так он догонит, вот он сейчас идет, да, приехал. Есть, отлично, Вайса. Так, Айси отъехал, за... Шейкер тоже отъехал, шейкера, да ладно, ну тут... Вот это очередной неудавшийся ганг от команды Rattlesnake, и минус 3, минус Тауэр. Ну, понимаешь, причем тут вообще без шансов. Вторая игра уже подряд, и абсолютно без шансов Rattlesnake ее проигрывает. Мне кажется, что это не тот матч, которого вот так сильно ждали все люди, там, гранд-финал, все дела. Ну, вот когда они играли против Вице-Гейминг, то поприятнее было. Да, конечно. Ну, блин, не зря же там они выиграли Вице-Гейминг. А вот с LGD что-то у них вообще не пошло. Причем, мне кажется, что вот Вице, они могли, наверное, получше конкуренцию составить. Так, у тебя опять ребенок, что ли, кричит? У меня жена, да, мучает ребенка. Ой, ну, ты скажи жене, чтобы не мучила. И товарищи, которые смотрят стрим. Если лагает Dota TV, ну, ничего мы с этим не можем поделать. Это вот можете написать на DevDota, написать там, я не знаю, с Robo Skype, куда угодно, и сказать, что, слышь, чувак, у нас все лагает, фикс, плиз. Ну, типа да. И... это единственное, что может помочь вам в данной ситуации. Ну, или попробуйте просто перезайти и переподключить каналы. Ну вот, я покажу сейчас, что тут все правильно. Вот, говорить без нажатия в кил и типа трэшхолд. А, слушай, я-то забыл включить. В самую сторону. Оп, вот теперь и я появился в Dota TV, а то сейчас вот, кстати... Там не то, что эхо пропало, там я пропал. А, ну ничего страшного. Сам дурак, да. Так, слышно стало. Два БКБ уже готовы, команда LGD, и я реквестирую, что пара драк еще пройдет где-то в 4-0. И Rattlesnake напишет ГГ, да, мюти на 27-й, вот так.
Ну, так, скорее всего, и будет, потому что они сейчас увидят, насколько вообще бесполезны все их, не знаю, попытки. Поползновение. Да, у меня еще что-то дота стала немножко подспайкивать. Ну, в смысле, пингует. А ну, кстати. Минус пинг. 6% потери пакетов. Вроде немного, но все равно что-то. Так, сейчас тут СФа нашли. СФ умирает. Да не только СФ, похоже. Ну тут сейчас, да, вот СФ очень быстро Что, фокусят. подошел Кабу под колдаун по Ой, второй, да так что ладно, как ты хорошо посмотри, залетает. гирокоптер хорошо залетает, но гирокоптер, правда, пока еще никого не достает. Ему бы с флейка подрезать буквально Смотри, пару. покупается СФ и летит прямо на ДК. Нет, хорошо, отменил. Также вытягивает кого-то Дарксира, это спрячет Ну его вот Клокер, шпитем. смотри, Клокер, когда Стан. залетает стан, да, и начинает фуксить Кабу. Кабу отъезжает, все отъезжают, в Да, общем. 2 в 0, и вот как бы перевес по голде уже в 5000, почти в 6. А там перевес уже, ну, тут даже дело не в том, что Экспе сколько там по перевес, да, 40. по голде, то ты видишь, вот именно по игровой ситуации, вот именно наличие БКБ уже очень сильно решает, причем две БКБшки уже готово, и вот эти две БКБшки, они сейчас реально решают практически все драки, потому что ты что кидай, что не кидай, все твои скиллы, они абсолютно бесполезны. На СФ вроде бы и надо бы раскастовать ульт, дать кайлы, иначе по-другому сейчас дэмэдж не наносит. А это тоже magical damage, и получается, что керри героем команды LGD, он сейчас дэмэджа не вписывает. А они ему вкатывают, ой-ой-ой. Пытается он сделать БКБ, осталось ему 1000, и в смоке вышла команда Rattlesnake в поисках наживы. В поисках наживы? Ты это так называешь? В поисках наживы, а да. то, что Они они хотя бы завязали вписывают. смоук под вардом противника, как тебе? На ловца и зверь бежит. Ну, сейчас и посмотрим, как сейчас они прибежит. выйдут. Да, ну вот, видишь, LGD такие, так, 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 все, по таймингу отошли. Все нормально. Хотя, на самом деле, а они почему не сейчас могли... подраться? У них же все есть, ну, кроме формы ДК. Так они реально, они сейчас тут вот, батя два БКБ, ой-ой-ой, птицы, прыгает, хорошо. Кошек, птиц, ну, так надо теперь не отпускать его, лол. Ну, так вот они и летят за ним. Нет, они его даже не трогают, то есть они могли подстанить, могли бы что-то сделать ДК Мустан. Ну, сейчас Но смотри, он еще ракета этого не залетел. делает. Так, там-то она вот уже собирается. Тут сейчас я чувствую, что это вообще, возможно, станет последней дракой в этой игре. Идет гроза, идет. Сейчас залетят Силар, вот, есть Ксилайт ульт. И надо цеплять. Но вся команда Rattlesnake ретировалась за Т2 Тауэр. Именно, они не хотят драться, они понимают, что сейчас они намного слабее. Вообще, у Rattlesnake, мне кажется, шансы есть только на своем хайграунде. Потому что драться Отнюдь. Где-то... Вообще не вариант нам драться. Так вот в том-то и дело, что сейчас где-то под вышками, под тир 2 им воевать вообще действительно абсолютно бессмысленно. Так они там, может быть, кого-то поймают, когда БКБ закончится. Но, опять же, там БКБ еще новенький, 9 секунд, тоже вроде бы 9, да, по разу юзанные. Так что... Прикольно, кстати, вышка так с Backdoor Protection. Кстати, она 1 хп не дорегенивает. Абуз, абуз! Каждый раз один хп не дарит, или просто нет? Пока нет. один хп вот не дарит. То есть, в принципе, если ее 1600 раз ударить Dragon Knight... Нет, я подозреваю, что она, ну, каждый раз будет регениться до 1599. А, вот так даже? То есть, именно просто, именно ровно до хп. Ну вот, поэтому мы раз... этого не узнаем сейчас, к сожалению. Да, к сожалению, крипы харасит вышечку, яд ДК висит, и вышка теряет 400 хп почти моментально. Ну, а топе, видишь, подпушил шейкер, внимание. Шейкер подпушил, вместе с СФчиком. И вот сейчас можно пробовать развести ДК на что-нибудь. Как-нибудь. И нет, он не подставляется. А им спину уже заходит Силар и ДД. Да, причем опять же тут Под стоит бордом Варк. Они идут, успеют, нет. Полезут, нет. Нет, не, не лезут. Хотят. И сейчас еще Кабу подходит сюда. Кстати, они там пропалились, видимо. Тут опять лама прилетела. Да, Клаверк мажет, пытался он цепануть хоть кого-то. Но не сегодня. Тут в центре уже достаточно такая плотная движуха, и у LGD, и у Rattlesnake, правда, LGD сейчас оттягиваются обратно к себе в лес, и вот опять, мне это не очень нравится, опять же, вот пока тебя не было, я говорил о том, как вот вообще LGD играют, они там вначале, знаешь, пару замесов выиграли, потом такие, ну все, типа, мы впереди, погнали фармить, потому что все равно, если мы будем фармить одинаково, мы все равно будем впереди, типа такого, а Rattlesnake тоже ничего не могут сделать, то есть такая какая-то фигня выходит непонятная. СФ. А, не подфармил птичку СФ. Слабенький, слабенький СФ. На БКБ он сделал. Что плюсик ему? 1100 хп.
Все-таки 182 дэмэджа с руки, и он может попробовать убить хотя бы гирокоптера, потому что ДК он пока не пробьет. Да, ДК он пока пробивать не может, но, опять же, нужен хороший врыв, хотя бы вот чуть-чуть подстаний, какой-то дизейбл по гирокоптеру, чтобы он действительно не успел там ни колдауна дать, никаких, ничего в этом духе. Да просто не нажал БКБ, чтобы, да, чтобы его сбить. Без БКБ хотя бы был. ХП до того, как он это сделает. Шейкеру дагер не помешал, естественно, но, блин, когда он появится, этот дагер... Кстати, если сейчас вот команда LGD будет так же вот отходить после каждого неудачного там входа выхода, то у Шейкера появится дагер. Так вот, как раз Шейкеру сейчас и дают дофармить этот дагер. Он стоит активно-активно, бьет крипков. Именно для того, чтобы максимально быстро себе сейчас его выфармить. Правда, Кунка имеет, наверное, свои взгляды на этот счет. Я бы такому Кунке, наверное... А хотя Кунке там тоже немножко не хватает. Но я... Блин, и вот сейчас опять, смотри, Кунка собирает себе Лотар. Зачем? Чтобы выйти, дать один классный удар под Шейкера. Потому что больше ему ударить не дадут. А почему бы, например, вместо Лотара не собрать сразу Кристаллис? Будет точно тот же один классный удар. Потому что он нестабильно сработает, классный удар. А здесь 100% ударил, плюс 150. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, тем временем Рошана. Привели Кокастера. Рошана забирают. Смотри, Стасян, Рошана забирают LGD. Так же, как Юля Сашевна забирает Стасяна, так и команда LGD забирает Рошана. Он еще вернется, но именно сейчас 10 минут его не будет. Да, точно так же, как и Юлии Сашевны 2 минуты еще не будет. Так что, друзья, придется вам понаслаждаться сейчас безупречным комментированием Станислава Романовича. Че, у Юлии Сашевны кулдаун? Да. Ну что, смотри, сейчас ДД, может быть, найдет кого-то. Нет, они отходят. Спалился он, что кинул яд прямо на противников. Так, и вот отпушивают. Сейчас слайны, надо заходить. Или ломать Т2 снизу, я бы так. Вот ДК уже пошел. Так сейчас по-хорошему нужно действительно все тир 2 вышки поломать. Противник будет тупо сидеть на базе, если еще без вижена его ставить. Хотя у Rattlesnake и так вижена нету вообще. Вот я не знаю. Вот смотри, Шейкер, например, пошел в мид. Я туда не рискнул выходить. Вот ни в какую. Тем более, что его сейчас еще подсветили. Вот он станет шаду демона, тут залетают птицы. Птицы. Такой, идите отсюда, птицы. А ты знаешь, что птица синица? А что именно синица? Вот песня такая есть. Ну, знаю, что и птица синица. Может быть, и не синица. Так, смотри, гирокоптер. Гирокоптер заходит. Ой, там... хорошо, как тут сейчас подловили шаду демона. И на хосте убегает СФ. Смотри, пошла ракета в Кунку. Кунка с Лотаром, который шатоблейд. Кунка. Все в него влетает. Почему? Потому что там гем у визажа. И ну, пока так, что... Такие дела. Да, неожиданно совсем. Вот гем Тарен, у топовой, да, команды мира. Запалили. И Лотара. Плюшечка в спину. Все, просто как нож. Вот он воткнул в землю, так и умер. Бедный Кунка, да? Да. Пытается СФ подфармить хоть где-то хоть что-то. У него 2500. Только что он сделал себе ТП на базу и несет очередное ТП, пошел спидпушить топ. Ну, но у него там 2400 уже. Да. Я вот даже не знаю, СФ, вроде бы КБ есть. Теперь, мне кажется, ему надо просто вот pure damage собираться, потому что других шансов тут на выживание, мне кажется, вообще нету. То, что если не получится сразу зафокусить там пару целей, то тогда вообще действительно без шансов должны рассыпаться Rattlesnake. Тем более, учитывая наличие всех этих БКБ у врага, потому что пробивать руки все равно придется. Именно. Так, ну и вот, как мы с тобой чуть ранее говорили, идут сейчас LGD убивать тир 2 вышку. Так, куда ты там делся? Да пишут, что я громко говорю. Я чутка помолчал ради этого. Ты вообще громко, что ли, говоришь? Сказали, что вот если не грубо, то ору пипец как. Ну вот я тебя чуть-чуть потише, что ли, просто сделал. Это одна такая заявочка была, поэтому... Ну я на чуть-чуть совсем сделал. Ну, да, да, что... на всякий пожар не повредит. Да, именно. Кунка тактически не тратит... Как он там называется? Нет, Тайтбрингер не тратит по врагам, то есть к нему подошли крипы, он так развернулся. По флангу шваркнул, чтобы не попало ни в кого. Так, залетает пока плюшенцы. Ну, они хотят подраться, типа, а так вдруг отбегут. Силар, подставляется, у Силара есть... смотри, Клокер залетает. Да, хорошо, все, это, у того есть БКБ, и вот и все. Ну вот, смотри, полетел колдаун, Кабу убивают. Ну и ждет Кунка. Лучше выкупайся, кстати, а БКБшки-то потратили. Да, именно. То есть сейчас вот Rattlesnake очень грамотно сделали то, что они переждали БКБ, не потеряв при этом практически ничего. Вот Кунка подрезает еще сейчас птицу. Птицу потеряли. LGD, кстати, БКБ еще есть теперь у Дарксира. Угу. Просто команда 5 БКБ скоро будет. Ну, это, я думаю, не так уж и плохо.
Визаж делает форстаф, нет. У него БКБ пока не будет. Да и Шадоу Демон, я думаю, что это выход в физы какие-то. Ну, Т3, кстати, вышку потеряли. Ну, надо, ДК теперь, кстати, надо бы вернуться. ДК уже с Керасой. Причем, опять же, дэмэджа у него нету, но вот Кераса есть. Но, с другой стороны, жить будет дольше. У него уже 35 брони, это, конечно, очень-очень много. Вот то, что тут написано 58%, это неправда. Это все неправда. Потому что брони там на самом деле больше. Так, Дмитрий. Да. Как ваше ничего? Ничего. Ну, это не важно. Тут важно, смотри, что наконец-то цепляют кунку, есть гем, да, надо догонять. То есть подходит Драгнайт, юзает форму. Надо давать стан и убивать его. Отличный торрент, опять же, ни в кого. И смотри, кунки не будет 45 секунд. Байбек у него нету. Крипы уже около Т3 Тауэра. Надо заходить. Да, причем вот именно кунка тут является таким пока что главным препятствием, что ли, узло во время захода. Потому что, да, корабль типа с большим, огромным АОЕ. Там на торрент тоже было бы неприятно попасть. Плюс еще этот баф. Опять же, ну вот сейчас смотри. Скайврас Мейдж. Доброго времени суток. Подставился, да, ничего у него не жалеют. Это минус еще один герой. Быстренько-быстренько забирают Т-бараки снизу и летят дефать с Эфа на топе, который, кстати, купил себе Eagle Song. Пытается выйти в Бабаченскую. Бабаченская — это, в принципе, неплохо, опять же. Мне кажется, его за косты убьют, как бы. У него хоть есть БКБ, но вот они, опять же, убьют всю его команду, а потом убьют его сурки. Пофигу на бабочку, пофигу на БКБ, просто сделают много тычек и убьют. Смотри, студент просто его гонит. Получает, не, ну СФ-то думает, что там у Шадоу Демона крыша гонит. Еще есть. Не, просто тянет время. Не дает СФ улететь спокойно. Так, ну вот СФ сейчас пока тут помансил. Сейчас тральчанских подфармит. Подфармит. Так, ну и вроде как все. Получает уже 17-й СФ, там уже 3-й ульт. На самом деле, СФ, если хорошо... 16-й дракон, всё... вот что главное. Ой, да ладно, да, 16-й дракон, это, конечно, вообще неприятно. Очень неприятно, я бы даже сказал. Прям, ну, очень-очень. АОЕ, замедление, дэмэдж, у него еще дабл дэмэдж в руках. Беда для команды Rattlesnake, прям вот идиот, они потеряли Т3 по центру. Ну, у них сейчас, по сути, да, один лайн гол, и второго вообще нету, и третий вот... По нарастающей они так расположены. Как нужно ломать лайны? Сначала он так выглядит, затем так, затем так. Это если по гайду. Так. Рассказываю классную cool story. Есть ребенок на кухне, в комнате его не слышно. О, кстати, да, вот. Инмейт сказал, что если ребенок на кухне, то в комнате его не слышно. Ты сейчас видел просто это лицо жены. Я думаю, она в тебя тоже сейчас на кухню отправила вместе с ребенком. Ладно, хоть не на балкон. Просто в холодную зимнюю ночь. Ну, нет, нет, это слишком жестоко. На кухне телевизор есть, все дела. Не надо, слышь. Не-не, малой действительно, она, у меня жена его постоянно уносит, он обратно приползает. Рассказывай вторую cool story, да? Давай, слушай. Берем наручники, две штуки. Зачем на две штуки? И играем в игру с ребенком и женой на время стрима. Не, ну так просто. И ну, можно заодно бестселлер снять. А у ребенка же ручки маленькие, на него не сработает. У него иммун детский. Это что такое? Ты где такое продается? На белочек же шьют наручники. На кого? На белочек. На каких белочек? Ну, которые по лесу прыг-скок. Короче, что это? Белочки. Ладно, все, забей. Тут что тянет команда LGD? Вроде бы в игре все ясно. Герокоптер с баттерфляем. Все уже, край. Ну там, ну это же как обычно, понимаешь? Они сейчас думают, вот мы сейчас пойдем случайно. Пардон, ничего не прожмем там. Стоп, какие 13? 17 тысяч перевес. Всего лишь? Нет, этого мало. Этого мало. Вот пока не будет четвертого Рошана у них, вот, чтобы было два сыра и Аегис. 17 тысяч по голде, 17. Столько же, ну 16, ладно, по XP.
чего они тянут? Они просто могут здесь подраться. Ты не шаришь ничего. И даже с 5 байбеками они победят. Ты же специалист по китайской доте, ты же должен понимать. Да, что... я понимаю, что обычно они такой фигней не страдают, только на финалах. В том-то и дело, что они на финалах вот включают таких терпил плотных. И опять же, вот я вспоминаю ту игру, когда антимаг в конце матча Морфа убивал с 3 ударов. Стоило ли до этого тянуть, вот? Причем это было, наверное, там 2 драки было. Он в первой драке его там с 4 ударов убил. И во второй драке с 3. Ну, как может, бы, я не считаю, что стоит... Национальное достояние уметь хорошо фармить, и они вот по-всячески это делают. Пытался клок может, ворваться, может. Или на клока. Да, клок врывался с ульты, и что-то не пошло, отбегает. Ну, и драка, опять же, подсветил. Не задалась. Хотя почему, непонятно. Вот SF, и... SF можно поймать здесь. SF в инвизии, его что-то помигали на него. Есть же гем. Да, гем есть, да, но так, SF... Вот, и все, SF уходит дефать базу. Почему не горит еще ботом лайн? Да, Кункевич, что там у Кункевича? У Кункевича уже 250. Вот я думаю, сейчас пришло время Кристаллиса. Я думаю, сейчас пришло время Рошана. Вот он буквально последний год уже идет до его появления. И купил Кристаллис. Шарит. Пошла ракета. Рошана еще нету, а ракета уже есть. Но она все равно просветила всю эту движуху. Именно что неважно, то есть, ну да, даже если сюда сейчас вся команда Rattlesnake придет, даже если Шейкер с Даггером, уже поздновато. Да, причем 11-го у него еще нету. 2200 у ДК, 2200, 1700 у Дарксира, там, ну, под БКБшкой, под Мекой. Ну, опять же, если выйдешь, хорошо тогда... залетит ЕС вместе с Шейкером как-то, вот они, точнее, не с Шейкером, а с СФом. Если они хорошо вдвоем залетят, то, конечно, может они что-то и получится. Они только что потеряли, забрал Айги себе Герокоптер, да, и это минус клок вверх. Быстро. Ну, вот смотри, СФ еще прячут. СФ, но у него есть БКБшка, то есть ну, пожить что? Он может. Он может утонуть в БКБ врага. Ну, да, и все, вот, и собственно, все, СФ приехал. Вот, с замедлением от ДК он уже погоди, не залетел. Погоди, там Шейкер выжидал момент. Ну, вроде как Шейкер залетел неплохо, и хорошо начинает с Кеврос Мейдж разбираться. Но вот видим, что не потеряли ни Аегис, ни ДК. И вместо того, чтобы вот и что кульки они, не что, было. Что они потеряли, это Дарксира, все. Не, на самом деле сейчас вот-вот, ГГ пишет. Отключаются даже раньше, чем пишет ГГ. Причем как выкупается. Понимаешь, вот уже только что они могли сделать 3 минуса. Но им не хватило вот писечки, как говорит Вилат. Так потому что нету артов, нету ничего у них, чтобы эти писечки добить. Вот-вот именно. Да, друзья, вот такая у нас бесславная вторая игра подряд. LGD ведут уже со счетом 2-0. Я не знаю, это, ну, как по мне, вообще что-то несуразное. Так, так, так. Да, давайте, в общем, увидимся с вами буквально минут там через 5-10. Так что никуда не пропадайте. У нас впереди, возможно, последняя, мне кажется, последняя игра этих отборов. Ну, увидимся чуть позже. На самом деле, знаешь, что мне из этого всего нравится? Ну-ка. То, что команда ДД наша способна, мне кажется, убить Rattlesnake. Изич. Все, я занимаю первую трансляцию, нет? Так, или меня изгонят? Сейчас. Не, вторую занимай. Раз занята, ладно, четвертую. Ну, давай четвертую. Так, все. Друзья, давайте увидимся.